маяк такой интересный проехали. Озера какие проезжаем, колоритные. По узкой тропинке. Тропинка вывела прямо к морю. Пляж тут начинается, вот там вдалеке. Печальная машинка. Такая грустная. Грустненькая машинка. Не знаю, что-то, по-моему, как-то жарко, что ли. Вот где-то так. Или есть не дают. Не знаю, да. Грустная машина. Вот мы приехали на пляж. Да, здесь мы будем пикниться, жрать, отдыхать. Наверное. Наверное. А вот кокосы, кокосы. Смотри, да, это же кокосы. Прикольно. Там созрели, желтые уже. А-а-а. Ничего себе. Это, ой, такой по башке упадет, да, и все. Давай. А мы и сами что-то пошли. Идем на пляж. Welcome. Pelicanos Beach. А. Ух ты. Полотенца продают. Вон оно, море, море. О, да тут массажики делают. Ты погляди, что творится. А здесь мы будем кушать. А вон там играют волейбольчик. We made it! Сейчас будем кушать, короче. Вещай. Вот и все. Вот это. Песочек белый. Водичка голубая. Водичка какая-то бирюзовая такая вся. Прозрачная. Да, вообще чистейшая вода, конечно. И вот температура, по-моему, оптимальная прям. Теплая и не слишком холодная, вот прям самое то. И солнышко уходит иногда. Да, вообще. С погодой повезло. Не жарко. Да. Хорошо прям. Вот, все видно. Дно. Смотрели. Конечно, не Красное море, но так чистенько, чуть-чуть рыбки плавают, разноцветные. А вон там массаж делают. Вот, что хочется сказать про вот эту вот Козюмель. Вообще... Про вот эту Козюмель. Да, про путешествие в целом. В общем, кому надоело Турция, там, не знаю, Египет, что-то такое вот связанное с лежачим пляжным отдыхом, то, наверное, вообще оптимальный вариант. Вот, и хочется, всю жизнь мечтал побывать в Штатах. Вот, наверное, стоит взять круиз, но как не отдельно его брать, а совместить, например, с поездкой семейной в Орландо, вот, где можно посмотреть, ну, по-моему, там 8 или 9 парков различные на направленности, вообще на, как говорится, на любой парки вкус и развлечений. Цвет. Да, парки развлечений, угу. Там, начиная от Universal студии, сейчас, по-моему, там еще несколько студий параллельно открыли свои парки. Вот. И аттракционы с новейшими технологиями, все это будет интересно не только детям, но и взрослым. Об этом и в интернете много снято всякого материала, конечно. Вот. Но, в принципе, как бы
космическая станция есть здесь, можно в невесомости побывать. На мысконагерном путешествии тоже. Это все находится, так сказать, в доступности автомобильной. То есть где-то порядка там за 2 недели можно везде побывать, все это объездить. И плюс еще взять вот круиз на 5 дней на Багамы. Ну, кстати, есть на Багамы тур, да, на Карибы, куда хочешь. На Багамы или различные, туда, куда мы, на Кайманы. В общем, вот Козюмель, это уже Мексика. То есть здесь сейчас вот и текилы можно там взять, подзаправиться, там все такое. То есть кому чего. Вот, поэтому стоит это все, как бы, ну, не знаю, кому как, конечно, но недорого, в пределах разумного все стоит. Сколько мы... У нас за вышло четверых. за четверых человек вот эти вот 5 дней, включая, да, $1500. Включая налоги, включая... Это все уже, чаевые включаются. Да. Да. И плюс вот это вот путешествие сюда, там, ну, оно, это надо это брать. Это вы выбираете прям на сами. Прям выбираешь по фотографиям. Да, ну, как бы вот мы выбрали нормально. То, что выбрали и... со скатами, вот это вот мы вчера выбирали. Классно со скатами там пообщаться. Рекомендую, прям такие они милые. Вот. И вот это тоже пляж с белым песком. Еда любая. Ну, в смысле, в общем, мексиканская. Да, мексиканская. Перекусить, да? Мексиканская, американская. Да. Да. И тут же поехать можно. Вот прокатиться на этом, на джипчике, вот на этом тоже как бы интересно. Вот. Кайф, короче, вот. Что еще надо для отдыха? Все, все есть, все в меру стоит, в принципе. Так, кому что? Турция и Египет надоели, рекомендуем. Да, да, рекомендуем. Сюда. А вообще, в принципе, по скайпу там, если что, может будет пообщаться более подробно. По ценам там более подробно вопрос какие-то задать. Вот. И мы можем как бы помочь что-то с трансферами и так далее. Окей. Бай. Пока мы здесь отдыхали, загорали на пляже, наши машинки развернули. Очень удобно теперь получилось.